Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Ёб, наконец-то выходит видео, в котором я назову свой новый аккаунт тем именем, которое вы выбрали, друзья. И, наконец-то, я создам и назову гильдию тем именем, которое, опять же, вы выбрали, друзья. Но об этом чуть позже. Сначала ставим свой княжеский лайк, подписываемся, не знаю, делимся видосиком. Я сейчас создам плейлист, который будет называться в честь данного аккаунта, и туда буду складывать все видосы, которые буду снимать по этому аккаунту. Друзья, если вдруг что-то пропустите, всегда сможете посмотреть, и там, считай, это будет уже третье видео, там будет лежать три видоса на эту тему, как бы вы поймете вообще, что за движуха, если вы ее вдруг пропустили. Далее я вам объясняю. Да, я тот человек, у которого миллион силы, который третий раз создает аккаунт без доната, который будет развиваться с нуля, и вот это вот все в таком же духе. Да, я тот человек, который собирает эту движуху в гильдии, непонятно вообще, что произойдет, но надеюсь, будет весело. Полный беспредел. Я читал ваши комментарии, я читал ваши предложения, и я там заметил пару комментариев на тему того, ну вот, я зашел на видео, там, где парень с миллионом силы будет развиваться заново, будет делиться какой-то важной, интересной информацией, а взял и просто потратил время зря, видео ни о чем и так далее. Ребята, после этого видоса мы уже начнем качаться, мы уже начнем развиваться, и вот это вот все. Но сейчас у нас идет интерактив. Мы называли аккаунт, выбирали, как мы назовем. Мы называли, скажем так, гильдию, которую мы, опять же, создаем с вами. Голосование, я вам напомню, проходило, ребята, у меня в Телеграме. И я опять ссылку оставлю в описании. Может быть, у нас еще будут какие-нибудь голосовалки. Будем что-нибудь придумывать и решать. Это мой Телеграм-канал, друзья. Здесь вы можете подписаться. Не пропустите ни одного видоса, не пропустите ни одного стрима, если будете подписаны. Так, вот у нас идет, смотрите, у нас голосование идет по поводу того, как будет называться аккаунт. Тут было два варианта. Я хотел его назвать Вантузом, но вы в комментариях топили за пельмени. И в голосовании приняло участие 490 игроков. Короче, в голосовании вы выбрали пельмени. Потому аккаунт мы назовем пельменем. Идем дальше. Еще какая у нас фишка. Далее, касаемо названия гильдии. Разные варианты были. Какие-то веселые, которые, ну, какие-то мне нравились, какие-то нет. Я сделал такую выборку, исходя из популярности вариантов, исходя из вариантов, которые там мне предлагались, которые приходили мне в голову. Если бы в Телеграме была возможность больше вариантов ответа поставить, я бы поставил бы больше вариантов ответа. Но как бы сошелся на том, что это или Вантус, или Дурка, или Жопа Мира, Сумасшедшие, Пельмени, Гильдия или не Гильдия, Бездоны или Бомжи, Княжество, МНС, Выживальщики или Выживание, да? А вот, Вантус это чисто... Хотя, ну, не мое, не мой вариант, ребят, я его в комментариях увидел. А Дурка это предложил будущий актив гильдии, да? Там ребята, которые будут заниматься набором. Жопа Мира увидел в комментариях. Мне этот вариант... Ну, Дурка мне не понравилась. Вантус весело, прикольно, задорно, молодежно мне понравилось. Жопа Мира мне понравилась, Сумасшедшие, ну, такое, вот, Пельмени 17%, я вообще топил в голосовании за Пельмени, но, как бы, Дурка, как вы видите, победила, и здесь, грубо говоря, 29%. Идем дальше, Бездоны или Бомжи, тоже, как бы, вариант, в принципе, нормальный, вот, один из них, Княжество, ну, я не особо люблю, скажем так, в честь себя там что-то называть, Княжество, вот, как бы тоже такое, 11%. Еще я топил за вариант майонез. Но вот я не знаю, ну какая дурка. Пельмени, майонез, просто топ-варианты для названия гильдии. Но, опять же, решали вы, друзья. Ну и тут еще был вариант выживальщики или выживание. Это, кстати, отражало бы смысл нашей будущей гильдии. Но, опять же, вы за него не проголосовали. А больше всего голосов было отдано именно за дурку. Я голосовал за пельмени. Если бы не пельмени, назвал бы майонезом. Потому как бы будем вот это вот все таким образом называть. Кстати, ребят, сегодня вечером будет стрим по РП, будем там угорать, прикалываться, развлекаться. Я вас всех жду, сегодня, надеюсь, получится создать семью. Так, наша задача сейчас состоит в том, чтобы
В том, чтобы, наверное, открыть какие-то ништяки, давайте уже попробуем внести какую-то информативность в развитие аккаунта, и мы назовем, обзовем аккаунт и, скажем так, обзовем, грубо говоря, гильдию. Бесплатная попытка, и нам падает ерунда. Так, щит дракона. А, слушай, я могу поставить пока щит дракона. О, это имя... А, ага. Так, ладно, короче, он мне предлагает назвать имя. Ну, давай. Пельмень по-любому занята, потому что я уверен, огромнейшее количество всяких говнюков, которые такие, о, движуха, надо князю, надо князю все испортить, грубо говоря. Потому мы возьмем и займем все варианты, которыми он хотел бы, скажем так, обозваться. Да? И то есть вот я сейчас, попытаюсь скопировать один символ, который мне нужен будет. Но у меня что-то все, ребята, подвисает. Подождите. У нас такой сегодня видос, ребзя. Так что, если что, не обращаем внимания. Вот, копировать. Так, смотри, нажимаю пельмень. Да? Это имя уже используется. Либо содержит, окей. И все. Ну, давай, я не знаю. Давай попробуем большими буквами. Пельмень. Тоже занят по-любому, да? Это имя уже используется. Ладно. Я не дурак. Окей. Я ж не дурак, друзья. Давай еще раз. Имя. Давай. Ставим символ. А, я символ не могу поставить. Ёпта. Я не могу этот символ поставить. А какой символ поставить? Господи, походу без символов. А, ну ладно. Ладно, давай изменим одну букву. Пель. Дальше. М. Мень. Все. Короче, создал. Без всяких крутых символов. Я хотел добавить огонек. Слушай, вот сейчас тогда будет у нас с названием гильдии большие проблемы. Короче, в поиске меня, ребята, если что не найдете, только по силе меня найдете в поиске, потому что я поставил, ну, все буквы русские, но букву М поставил английскую. Ладно, хрен с ним. Гильдию. Что нам нужно? У нас еще нету здания гильдии, да? То есть нужно создать гильдию. Мы что-то можем построить. Мы можем построить арену, друзья. Давай ставим арену. Так, забираем эти яйца. Вот, уже тут что-то расчехляем. Смотрите, силы у нас моментально прибавляются. Это хорошо. Это неплохо. Так, ребят, не пропускаем информацию, сейчас буду делиться инфой по поводу гильдии, как туда вступить. Мой лорд, арена, создать команду, господи, ну давай сохранить, ну обучение, это, конечно, очень важно, да, разместить героев. И у нас идет первый бой, да, я его сюда... Ага, защиту, ну, понимаешь, сам бы, грубо говоря, не догадался. Ну давай, да, это мне уже напасть. Хорошо, я понял, господи, спасибо тебе. Давай, я даже вызов сделаю. Вот у меня 6 уровня этот чувак. И сейчас я просто возьму и всех, ребята, ушатаю. Да, слушай, через блюстак, наверное, эти символы просто нельзя ставить. Это надо через телефон создавать. И как бы, ну такое, ладно. Ладно, мой лорд, орда монстров атакует нашу базу, мы должны защищать... у нас волны открываются, да, ребята? Ну окей, давай. Ну давай ты уже, господи. Пройдем волну А. У нас стоит Купидон и стоит, господи, этот новый эпик, я даже не запоминал, как он называется. Так, А1 прошли. Не дают нам гильдию создать, пацаны. Не дают нам гильдию создать. Ну ничего. Слушай, это ностальгия. Когда-то, вот мой основной аккаунт, там сейчас 1 100 000 силы. Я когда-то не мог бы волну пройти. Не, помню, там искал всякие варианты, мучился, чтобы бы волну пройти. Или С-волну. Ну короче, вот первые, даже первые волны искал, как создать базу. Грубо говоря, чтобы ее пройти. Понимаете, в чем прикол? А сейчас это будет все моментально проходиться. Вот, давай. Волна А3. Тут даже, видите, я как бы расстановку-то особо-то и не ставил, да. Ничего не делал, видите, тормозил, скажем так, в развитии. Но сейчас, после того, как вы вступите в гильдию, вы можете по полной программе расчехляться и влетать просто в движуху А4.
Так, интересно, на этой волне уже босс будет или не будет? Так, это все мы убираем. Замечательно, давай дальше. Вы получили опыт, давай летим. Не останавливаемся. Окей, все. Забрали. Мы получили 70 тысяч золота. Так, Б-волна, но это уже как-то в другой раз. Опа, смотрите, сразу 160 самоцветов. А тут у нас что? Еще 10 самоцветов откуда-то. Здесь что? Типа нанять всех давай. А не, самоцветы не буду. Сменить бесплатно, тоже ерунда падает. А, магия, херомагия. Подожди, здание гильдии. Здание гильдии у нас еще нету. Это значит, нам надо улучшить ратушу. Она 30 минут будет улучшаться, ускорение. А, ну у нас есть ускорялки, это хорошо, ребята. Это хорошо, хотя я еще все ништяки не открывал, но до открытия ништяков мы дойдем. То есть надо еще создать гильдию, друзья. Ай, ребят, лайки, пожалуйста, ставьте, подписываемся, колокольчики, пожалуйста, реально, вас слезно прошу. Давай еще раз. А, стой, у нас тут появились варианты строительства. Варианты строительства у нас появились. Строим. Дальше, у нас только два рабочих, да? Два строителя. Давайте возьмем одного, наймем за 500. Ну да, мы можем себе это позволить. А, чтобы был, чтобы был. Дальше, тут у нас забор. Ну, куда уж тут без забора. Давай это все сделаем, чтобы перед глазами не маячило. Угу, понятно. Так. Это все сделаем, чтобы перед глазами, скажем так, не маячило. Ой, сколько тут забора. Бесконечный забор. Твою ж дивизию. Твою ж дивизию-то, ёп твою. Так, и, ребят, вы же понимаете, да, гильдия будет очень, 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 ребята... жесткая. Так. Дальше. 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 Давай, да. Да бесконечный забор. Когда ты уже отпусти меня? Когда ты закончишься-то, а? Сколько можно? Все, закончился. Но самый прикол нам еще надо будет ставить. Просто меня вымораживает, когда там на зданиях светится какая-то херня, что я типа что-то могу построить. Вот это вот все, бла-бла-бла. А, так, тут еще яйца мы можем, да? Ага, отлично. Так, тут у нас мы... А, добавить 5 слотов на склад. Да, добавляем. Без них никуда. Это мы забираем, все забираем. Нам нужны ресурсы. Мы дойдем до ресурсов, до ништяков. Я вам все покажу. Так, тут мы получаем героя. А, тут мы получаем еще штучки. Отлично. А, на этом мы не останавливаемся. О, господи, кто ж мне звонит? A few moments later. Так, продолжаем, друзья. Я уже не помню, на чем остановился. Значит, еще раз улучшаем ратушу. Ратушу до 5 уровня. И что-то тут мне как бы... Что-то я не вижу здания гильдии. Ладно. Ратушу улучшаем до 5 уровня. И тут у нас, в принципе, все быстро происходит. А, так, атака. У нас появляется таблетка. Ставим. Дальше, что у нас появляется? Оборона. Еще одна башня появляется. Ставим. Дальше, что у нас еще? Забор, господи, забор, отпусти меня. Отпусти меня, чудо-забор. Чудо-забор, отпусти. Слушай, золото закончилось. Вот это вот проблема. Подожди, у нас есть склад. А на складе есть золото, друзья. Мы можем это все быстро. Это мы можем все быстро замутить, и у нас все будет хорошо. То есть, смотрите, да, вот как бы аккаунт создан тут несколько дней, грубо говоря. И у меня уже полный склад ништяков, а это бездонатный аккаунт. И меня всегда поражали вопросы, когда спрашивали, откуда на яйце те ресурсы, откуда на яйце эти ресурсы, да. То есть, это прошлый аккаунт, который я развивал с нуля. А, и как бы ситуевина, ребят, заключается в том, что... как бы, ну, бесплатно участвовать во всех акциях. Вот сегодня, смотрите, учите, какие акции бесплатные, какие нет. Вот сегодня у нас что? У нас бесплатных акций, ребята... У нас бесплатных акций, ребята, нету. Коллекционер героев. Ну, типа, под коллекционер героев можете, да, там что-то тратить. Но, как бы, здесь тоже такой фонтан желаний. Подарочки от VR. А, ну вот сегодня нету. Ну, есть парящий остров, есть всякие настолки, вот это вот прочая херобора. Так, смотри, здание гильдии у нас еще не появилось. Господи, это значит, нам нужно еще обновляться, да? Давай, улучшить. Ага, нам уже 30 тысяч надо, да? То есть, а вот оно появится, окей. 4 золота. И давай ускоряем.
Ускоряем. Все, все ради вас, все ради контента. Все, ускорили. Мой лорд, возможно, вы устали сражаться в одиночку. Давайте вступим в гильдию. Да, просто без проблем. Просто без проблем, друзья. Так, гильдия создана. Ну, почти. Так, это мы тоже берем. Строим. Ага, тут у нас снова, грубо говоря, золота не хватает. Золото у нас на нуле. Ничего страшного. У нас есть тут запасы. Это все нас ускоряет. Так, дальше. Атака. Так, окей. Дальше. Таблетка. Окей, слушайте, надо будет расстановку строить. Надо будет... Окей, окей. Создать гильдию, окей. Окей, все, я понимаю вас. Дальше. Угу. А, давай. Опа. 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 Эй. Опа. 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 Так, все. Все, гильдия. Так, гильдия у нас есть. Это значит, что мы можем взять и создать гильдию. Смотри. А, название гильдии. Смотри, видишь, не хватает нам 500 тысяч золота. И мы как бы. А у нас максимально можно 60. Это, но есть в таких случаях, есть лайфхаки. Если у вас есть самоцветы, друзья. Ой, смотри. Получаем, что там мы тут получаем. Если у вас есть, друзья, самоцветы, то вы можете потратить самоцветы и не париться, да. Ну а самоцветы поначалу, конечно же, будут. А, улучшать не будем. Создать гильдию, господи. Так, гильдия у нас должна называться Дурка, да? Ну давай. Дурка. Название гильдии. Описание. Так, выбираем наш стандартный. Это вот это что ли было? Или какое-то другое. А это бесплатное. А, это вот платное знамя. А это бесплатное. А, ну давай наш стандартный. Вот этот вот, дурка. А, необходимо силы. Так, это я вам объясню. Короче, вы в эту гильдию сможете вступить, если у вас меньше 2000 силы. Вот. Вот такие вот правила. Давай, дурка, окей. А, слушай, название не использовано. Ну, давай. Это название гильдии уже занято. Вот я вам о чем и говорил. То есть у нас есть вредители. У нас есть вредители. Символ я тоже тут в блюстаке использовать, к сожалению, не смогу. Давай так, дурка. Ну, как бы, знаете что? Потом, когда стерка у кого-то появится, мы... Соберем стерки и там изменим название, сделаем его, если что, более симпатичным, да? А, так. Окей. Все. Ну, большими буквами, короче, гильдия, да? Здесь вы можете посмотреть основную информацию вашей гильдии. Окей. Отметится. Так. Смотрите, сразу по поводу гильдии, чтобы не было вопросов. Я... После видоса, ну, пока это видео будет монтироваться, друзья, я возьму, знаете, что сделаю? Я оставлю в описании гильдии два телеграмма тех людей, вице-лидеров, которые будут заниматься приемом. То есть, смотрите, управление отметится. Окей, отметился, замок гильдии. Подожди, а как... Как эти настройки? Я уже забыл, господи, да все, отстань от меня. Отстань ты от меня! Да я понял с событиями гильдии. Окей, я понял, все, дай покоя. Короче, хаб гильдии, участник настройки. Необходима сила, ставим пока что, не знаю, миллион. Миллион силы, окей. Информация гильдии отредактирована, то есть... Пока что никто из нее вступить не сможет. Я здесь оставлю два телеграм-канала, и прием будет осуществляться в первую очередь через телеграм. Ну, не телеграм-канал, а телеграммы к тем ребятам, через кого нужно пройти собеседование. Принимаются игроки до 2000 силы. И еще, если кто-то из вас очень хитропопый, ребята,
и создал полгода назад аккаунт и просто на нем ролил и собирал там кучу крутых героев, я вам сразу скажу, при вступлении в гильдию вам нужно будет отправить скрины с вашим ником, вашим алтарем, чтобы было видно, что это просто небущенный какой-то твинк, на котором просто год или полгода ролились топовые герои. То есть это должны быть новые, новосозданные аккаунты несколько дней назад, понимаете? До 2000 силы. Вот такая вот фигня, ребята. И в первую очередь, конечно, принимаются модераторы, в первую очередь принимаются спонсоры канала, потом уже все остальные, но вы не обольщайтесь. Если вам не хватит места, ребята, то у нас сейчас будут постоянные исключения из гильдии. Вот, каждую неделю там что-то будем, короче, искать самого слабого и прочее. Так что давайте. И да, главное условие — без доната. То есть вы должны будете тоже показать скрин, что вы играете без доната. Ну а сейчас переходим к ништякам, я вам обещал. Посмотрите, это все халява, ребята. Во-первых, мест у нас нету, потому мы расчехляем КГшки. Мы расчехляем значки почета. Это все халява, друзья, это все халява. И поторопитесь, чем быстрее вступите в гильдию, тем лучше. Потом, смотрите, вы можете развиваться, если у вас не получится вступить в гильдию, вы можете развиваться параллельно с ней. Потому что мы будем исключать игроков, будет там появляться по 5-10 мест, и, к примеру, средняя сила гильдии будет там 4000, да, мы будем принимать игроков с силой 4000, плюс-минус там 500 сил. Ну вот такая вот система будет. Так что если вдруг у вас сразу не получится в нее вступить, то не переживайте. И плюс не забывайте, что люди не резиновые, потому что весь набор будет идти через собеседование. Кстати, посмотри, сколько ништяков, да, сразу сначала. Сколько, елки-палки, ништяков. Окей. Так, это мы все открываем. Смотрите, сама цветы, герои. О, прям. А, у нас уже переполненные места на складе. Ну, на складе надо открыть места, пацаны. Тут уже ничего не поделаешь. Открываем. Вот это мы тоже открываем. Это мы открываем. О, 5 супер штук, которые мы фиг его знает, когда вообще до них доберемся. Так, у нас тут это ежедневные награды, да, для новых аккаунтов. Мы их тоже забираем. Господи, сколько тут всего. Сколько тут всего, друзья. У нас легендарная карта, ваши подарки. Так, открываем легендарную карту. Что нам оттуда надо? Нам, по сути, все оттуда надо. Давай. Ну-ка. Ниндзя. Ясно, понятно. Так, это мы забираем. Ясно, отсюда. Окей. Понадобится для судьбы. 10 тысяч кулаков сразу упало. Ложный выпад сразу упал. Порочный... О! О! О, все, ребята, повезло. Смотрите, это сколько КГшек у нас, да, если пересчитать. У нас снова не хватает места на складе. Давай, пока есть самоцветы, будем шиковать. Ваши подарки открываем. По 5, смотри. Ой, ой, еще 100 книжек, елки-палки. Ну, тут скины, ладно, тут понятно, тут все грустно. Это мы забираем. Потребляемое. Так, мы это открываем, смотри. Вот эти вот слизни получили на халяву. За 180 тысяч КГ. Ребята, раньше, даже когда я яйцо создавал, я уже молчу про тунца, про основной аккаунт. Нужно было со старта 180 тысяч КГ прилетело. Это, конечно, круто. Это, конечно, да. То есть, ну, как бы развитие будет у нас, ребята, быстрое. Так, открываем опыт. У нас уже целая куча всего. Смотри дальше фишку. Так, это мы тоже откроем, чтобы место не занимало. Так, ну, у нас уже тут достаточно свободных мест. Герои, друзья, герои. Героев мы будем смотреть, распаковывать уже в следующем видосе, потому что сейчас мы и так долго сидим. Так, забрали какие-то ништяки. Давайте уже на этом мы закончим. Я скажу вам огромнейшее спасибо за то, что вы смотрели, друзья. Вот, давайте, вливайтесь в движуху. Подписывайтесь на телеграм-канал, я там буду дальше делать голосование по поводу жизни гильдии и так далее. Вот, и все. Все, уже 25 минут видео. Я, конечно, что-нибудь обрежу, но, блядь, оно будет долгое. Так что все, ждем, ищем гильдию по названию Дурка.
И там, ребята, будет, скажем так, короче, контактики, куда обращаться по поводу вступления. Все, всем пока.